Пузырьки это вкусное мое. Обалдеть. Даже дернуть не успел. Здорово, пацаны. Сегодня мы посетим нашего кореша Витю Агыгу по многочисленным просьбам. Сейчас Витек должен выпулиться. Вот сам Витек, братулет. Как я рад тебя видеть. Кинг-Конг ты комнатный. Бонус делать. Стиральные машинки, Витька, стоят тут. Ну, площадка, ты тут стираешь в подъезде. Ты тут как фраер живешь, блядь. Обои розовые, блядь. Вид на школу. Да о, цветок знакомый, фикус Бенджамина. И правые. Ну да, хули, Витя, лянь, кактус валяется. Ну чё, обстановочка нормальная, блядь, телечек. О, красота, ё-моё. Картины в золоте. Люстра винтаж. Туалетная бумага, супер мягкая. Перчатка вот лежит, блядь. Подрачиваешь перчатки, что ли, это, видите? Вот это пульт настоящего, блядь, киномана. Ни одной цифры затер вообще. Во, как Витя каналы щелкает. Дама. Нормально, я думаю. Ходил. Ну, придешь, расскажу. Я думаю. Витя, как ты относишься к группе «Сектор газа»? Отвратительно. Тебе не нравится группа «Сектор газа»? Нет. Как же? Хуй, пизда и водка, твои любимые темы. Да нет. Не, я дарю коктейль. Что, серьезно, что ли? Не, единственное, по-мусски я любил безумно это. Как же это, понимаете? Красная плесень. Нет, как же у них это. Девки сисистые, пердастые, котикастые, шобистые. Ага. Вот это вот. Ах, тяжел крестьянский труд, да. От него и кони мрут. Ну, я далек от этой команды, это не мое. Я не то что безумно, я балдею от команды мальчишник. Ай, бля, подзаебало все меня, я звоню своей подруге и бегу своим друзьям, она вовремя приносит свою дуловище, ратирухуем ее огромное пиздище. Люда, она умеет сосать к размерам, запахом и вкусом, ей давно не привыкать. Если есть у бабы рот, значит баба не урод, если есть пизда и шопа, значит далеко пойдет. Вот это вкуснятина, я обалдел от этой команды. Ой, бля, а теперь вкусняшечки. Ой, гусары. Вау. Обалдеть. Знаешь, что вот такая есть передача «Давай поженимся»? Хамло полнейшее, я знаю. Смотрел-то, да, эту передачу? Ой, упаси Господь ее, ты не то что смотрите. Ну, допустим, вот тебя, вот ты попадаешь на эту передачу «Давай поженимся». Вот, ты ж помнишь, да, как там действия? Я знаю. Вот садят тебя, короче, рекламируют тебя там, типа, Виктор Самохин, там, вот, блин, там, туда-сюда, там, фронтмен группы «Карбид», проживает в городе Орел, владеет, типа, двухкомнатной квартирой, имеет телевизор, блин, новой модели, что там, изредка балует себя винчиком, там. Имеет право. Там... Да ну, спаси Господь. Там же это полупыкаши. А, кстати, сегодня, наверное, они... Вот, есть еще передача, которая меня бесит. Ну, вот, просто их. Нет, тут дело в чем. Какую бы ты телку там выбрал? Богатую, но толстую. Худую, но бедную. Или, блядь... Богатую и толстую, конечно. Да? Это... Все, это без вопроса. Это естественно. Мне ее еще денег потребует. Мне мечта. Знаешь, кого трахнуть? Из всей этой хуйни, поп-музыки и так далее. Есть девочка Анна, как же ее зовут, ну, знаешь, как же она, блядь, господи, из группы. Девочка Аня. Нет, помнишь, команда, это как из группы Осень, ёпты. Ага, ну да. Анна, блядь, зовут. Ну я понял, блин. Мне в прошлом году была эта хуйня, ёпта, блядь, не голос, а... Она не старая? Нет, хорош, молоденькая девочка, и, блядь, как она называется-то? Ну, я понял, центровая, там баба ихняя такая, да, светлая. Да. Нет, темная. Да, вкуснятина, там будь здоров. Она... Вкуснятина? Да, как же называлась эта хуйня? Маска, она там попугая играла. А, ты же любитель был этой фигни, я понял. Ну, вот, она вкусная, ее бы, бля, облизал бы соски, ты там такая собственно. Знаешь, шикарно, когда ты видишь женщину. Ага. Вот, и мечтаешь... Фантазируешь. Именно фантазируешь. Я помню, ты мне рассказывал, тебя мама за фантазиями ловила порой. И не раз. Потом на улицу не выпускал. Ну что, Рэмбо, покойник Царств Небесный, сам рассказывал, говорит, я, это как он, бля, пиздец, Роксет. Бля, девочка очень нравится. Сейчас, говорит, попозже, Витя, говорит, выйду, и все понимают, чего такое. Как ты видишь свою замужнюю, ну, короче, супружескую, женатую, супружескую там жизнь вообще, вот идеально для тебя, что должно быть? Женщина, которая работает и так далее, и тому подобное, и которая мне бы нравилась, когда я пришел откуда-то, не обязательно с работы, и ну, вот, ну, не мою это вообще пиздец. Не, ну послушай, жена работает там, блин, ты приходишь домой бухой, короче, она на тебя не гундит, я правильно понимаю? Ну да. А ты что делаешь? Нихуя, водку жру, ёпта, и, блин, и сплю. Вот в чем дело. Нет, я... Она так тоже может подумать, а нахера мне это все надо? Ну вот именно о чем я тебе и говорю. Короче, главную роль здесь играет любовь. Да? Я так понимаю. А ты понимаешь слово такое любовь? Я лично этого не понимаю. Нет, ну послушай, если... Привычка, да, но не любовь. Если баба тебя терпит, вот там типа ты приходишь, бухой нихуя не делаешь, валяешься, значит она тебя любит, если она тебя терпит. Еще и не гундит на тебя, а говорит такая: Витенька, дорогой, покушай, вот тебе столько... Радио послушай. Телевизор посмотри, если хочешь пойди вон там на компьютер пофантазируй. Утром тебе стопочку я налила. А в выходной меня, короче... Так ты... это не бабы, это просто золото. И вот нужно целовать ее во все незагорелые места. Короче, это вот твой идеал, да? Я так... Ну, естественно. Да, все о таких бабах мечтают. Да, да где ты видел таких-то? У старообрядцев, наверное. У скиту где-нибудь. У скиту, да. У скиту. Пацаны, девчата, огромный вам привет от меня, от Агыги. Сейчас, ну, до Нового года еще времени, хрен знает сколько. Я безумно вас люблю. Я знаю, что вы меня любите. Я просто хочу вам сказать, нашлитесь до Рублева. Так же, как я сейчас. Вот. Я вас люблю, и вы меня любите. И теперь посмотрите, что я сделаю с вот этим. алкаш я, конченый. И смотрите, блядь, канал «Карусель», потому что он единственный канал, в котором нету этой хренотени коронавируса. Я имею в виду, как ее зовут, свинку Пеппу. Пузырьки это вкусно, хуй за уши оттащишь, мое. Ласточка.